Свои принципы работы Вениамин Кондратьев обозначил еще в первый рабочий день на посту временно исполняющего обязанности губернатора. Власть должна выйти в народ и услышать кубанцев. За год он ни разу не изменил этой позиции. Итак, за год Вениамин Кондратьев посетил все 44 района Кубани. В некоторых даже побывал неоднократно. Например, дважды глава региона приехал в Крымский, Каневской, Отрадненский, Лабинский, Ленинградский, Приморско-Ахтарский, Славянский районы и Горячий Ключ. Три раза его встречали в Анапе, Новороссийске и Красноармейском районе. А вот некоторым муниципалитетам повезло еще больше. По 4 выезда в Краснодар и Геленджик, 5 в Темрюкский и Северский районы. В Кореновск губернатор приезжал 6 раз. Всего же по подсчетам, Кондратьев за первый год проехал по Кубани 37 тысяч километров. Для сравнения, протяженность России с востока на запад около 10 тысяч. Всего же во время рабочих поездок глава края встретился почти с 20 тысячами человек, посетил 25 сельскохозяйственных и 23 промышленных предприятия и 64 соцобъекта. Однако выезды в районы не единственный способ общения губернатора с кубанцами. Вениамин Кондратьев регулярно проводит личные приемы граждан. За год их состоялось 13. На встречу с главой региона пришли больше 10,5 тысяч человек. Ну и, конечно, еще больше обращений на имя губернатора поступило по телефону – 25 678 звонков. А вот письменных просьб и вопросов – около 75,5 тысяч. Еще одной площадкой для диалога главы края и населения стали социальные сети. Число подписчиков аккаунтов Вениамина Кондратьева постоянно растет. Сейчас их около 100 тысяч. Здесь кубанцы делятся с губернатором своим мнением, просят поддержки и узнают последние новости о регионе. Кстати, еще один интересный факт. Очень популярный среди кубанцев – фотографии с Вениамином Кондратьевым. За год они сделали 880 селфи с губернатором. Что касается совещаний, то их глава региона провел больше сотни, причем на самые различные темы. Например, развитие соцсферы и АПК, создание промышленных парков и логистических центров. За год Вениамин Кондратьев подписал почти 800 постановлений, 213 законов и 93 распоряжения. Отдал больше 1000 поручений, из которых, кстати, 800 уже исполнено. За этим тщательно следит созданное управление контроля.